двухдневный турнир по хоккею среди дворовых команд в микрорайоне Завидное собрал почти 40 спортсменов, любителей, взрослые и дети. Все, для кого клюшка – главный зимний аксессуар. Инициатива у нас исходила от жителей. Жители нашего микрорайона обратились к нам в территориальный отдел, после чего, соответственно, в центр спорта, городской центр спорта. И вот сегодня родился такой замечательный праздник общими усилиями. В играх участвовали команды из жилых комплексов «Южная Видная», «Купеленка», «Завидная», а также улиц «Ольховая» и «Березовая». Евгений Федосов увлекается хоккеем уже 8 лет. Тратит на это все свое свободное время, благо каток рядом с домом. А вот мой дом. Я здесь живу, поэтому с ребятами. Ну, на самом деле, сейчас не так часто выхожу сюда, потому что не так много времени ребенок родился. Поэтому есть время, выхожу. Видновчанин Евгений Голенев, как и вся его команда «Защитник», серьезно настроен на победу. Многочисленные тренировки и спортивная удача – такова формула успеха на льду. Победить поможет, во-первых, сбалансированный состав, во-вторых, вера в себя. Ну и в-третьих, самоотдача ребят, потому что сегодня все выложатся. Так и получилось. Уровень и этой команды, и вообще большинства участников турнира достаточно высокий, отмечают специалисты из Академии хоккея имени Алексея Касатонова. На этой неделе мы приезжали, мастер-классы проводили с тренерами школы, академии. Вот. И для детей, для взрослых. Хотим это сделать на постоянной основе, там, по выходным, там, раз в субботу, раз в воскресенье. Пока лед позволяет, не тает, да, пока погода хорошая. Зимняя. Хоть каждые выходные можно играть. Праздник спорта и здорового образа жизни собрал не только самих хоккеистов, но и многочисленных болельщиков. Адреналин и эмоции здесь зашкаливали. Я болею за хорошую игру, потому что и в той команде есть ребята из команды, в которой играю я. Поэтому всем удачи, всем спортивных достижений, поменьше травм. Завершился турнир вручением кубков и наград лучшим из лучших. Екатерина Коваленко, Виктория Филатова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.